шанти-шанти-рев и подсумок под противогаз, он же подсумок багажный. Противогаза у нас под боком нет, да и не так часто они нужны, а вот багаж у нас есть некоторые. Тут коллекция разноразмерных вещей, все их размеры можно либо найти, либо они являются, ну как в случае с визиткой, карточкой, айфоном и сигаретами, наверное, типичными. Так, давайте начнем с веса. Нужно будет вычесть 15 грамм на всякие разные этикетки и прочие дела. Сколько? 188. Ну, мне кажется, это не очень много. Материал кардура, непромокаемый до определенной степени. Хотя под ленин, конечно, вода начнет просачиваться. Стандартная система Мале. Вот сами видите, сколько здесь строп, сколько рядов, сколько чего. В общем-то, никаких удивительных особенностей конструкции мы здесь, наверное, не наблюдаем или наблюдаем стойко. Почему она не хочет доставаться? А вот оно. Вот ее здесь, видите, здесь ее завернули. То есть, если мы так ее заворачиваем, то можем, опа, то мы при необходимости достать. Вот на, не на всех подсумках такая система есть. Так, ладно, здесь можно тоже еще что-нибудь насыпить, подсумок на подсумке. Фурнитура довольно жесткая. Щелкает. Если, например, будут болеть ногти, мало ли там грязь попала, иногда ногти начинают отслаиваться, то может быть больно открывать. Так, открываем. У нас есть маленький такой кармашек. Я так полагаю, что тут какие-то противогазные дела. Может быть, под фильтры. Давайте что, попробуем туда. Ну, визитка влезет. Нет, визитка не влезла. Вот на этом мы остановимся. Сигареты пихать не будем, потому что жалко. Смотрим по объему. Ну, в чем будем мерить, что тебе нравится? Мне кажется, можно весы туда убрать практически. Да. Вот мы возьмем весы. Весы у нас Смайл, не знаю, в общем. Весы Смайл, такие вот типичные, если нужно поищить сами размеры, они влазят полностью. И давай туда что-нибудь еще положим, чтобы сымитировать наполнение. Давайте. В общем, ничего не осталось. Все влезло. Ничего не вылезло. Подсумок под противогаз, противогаз/багажный производственной компании Сплав. В общем-то, хороший универсальный подсумок. Можно много всего убрать. И если убрали, потом можно даже его на самом деле вот носить, что достаточно удобно. Если было хотя бы немножко полезно, ставьте лайки. Во всех остальных случаях оставляйте нам отзывы, пожелания, предложения и вообще ваши соображения по поводу всего этого дела. Заходите на наш сайт. Хороших вам подсумков. Не хворайте. Надеюсь, что до противогазов дело дойдет только в том случае, если будете убивать плесень у себя дома.